Ну что, давайте поиграем в классический. Атаку Марса поиграем. И, ребята, конечно же, выберем наш танк. Атлас. Не, возьмем стелс. Купим 4000 монет. Так, что у нас усилитель? Ремкомплект Атласа давайте купим. И купим улучшим. Вот так, 4-я, 5-я и 6-я. На 6-ю не хватает. Ладно, давайте поиграем пока так. Пока так сыграем с ним. Теперь он у меня более-менее покачан. Слушай. Атлас. Хороший. Хороший там. Давай, давай, давай. Такс. Ты чё? Вонючка, есть, уничтожили мы. Ждём НЛОшек. Всё, красавчик, Атлас. Так, эти. Первая НЛОшка, сейчас должна быть вторая. Ждём. Не, нет никого. А, нет, летит. Думал, ты не прилетишь ко мне? Не, прилетел. Ждем следующую волну. Так, вот эти танки. Как он хорошо гнил. О, как он хорошо уже стал. Смотри, у него получается вылетает быстро, да? Новые готовятся. И они сильнее стали дамажить. Что будет, если я его еще прокачаю? Немножко. Так, этот чувак перевернулся. Давайте ему поможем. Все, с одного удара. Да ё-моё. Плохо, что не всегда в неё попадёшь. Так, лазерная пасть. Ну давай, едь сюда. Угу. Так. Попадаем. Ждем. Стреляем. Ого. Как он бедненький аж переворачивается. Все. Так, убили. Ремкомплект его берем, забираем. В принципе, у меня здоровье 100%. Ждем. О, один. Так, а второго что, не будет лететь? Еще пока рано. А то они обычно потом вдвоем летают на ложке. О, ждем. Так, а вот тут не стрелять, но не могут. И ложки, и танки прилетели. Ах ты, ё-моё, давай, 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 прямо на ложку. Так, тебе не хватает? Тебе надо много. Много ракеток. Фига себе. Много ракет ему надо. Так, идем дальше. Так, слышу, слышу я. Вот, летит. Готов. Так, танчик. Ага. Вот тебе, пожалуйста. Отдыхай. Опа. Смотри, как... А, нет, не уничтожили там. Ну, давай, 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 давай. Есть. Он еще и по бомбочкам вражеским стреляет. Это хорошо. Ого. Сколько вас? Сколько вас много. Так, вот здесь все стреляет. Начинаем стрелять. Еще один удар. Надо бы еще мне подлечиться. Помешает. Посмотрим, как лечит. Да, немножко совсем. Было бы наивно считать, чтобы он 100% еще от Атласа подлечил бы. Нет, конечно. Ну, Атлас у меня максимально прокачанный. Ой, максимально прокачанный, говорю, нет, конечно. Не максимально. Ох ты, смотри, ему тяжело попасть на земные цели. Ох ты, еще один, я тебя не заметил. Слушай. О, так, теперь их много стало, смотри прям. Реально много танков. Все, уничтожим.
Теперь у меня на все мои открытые танки есть скинчики. Скины я всем открыл. Все скины есть. Прокачал. Танк. Опа. Есть. Вот и босс. Ждем босса. А, повелитель. Повелитель босс. Встаем сюда и стреляем. Опа, пролетели несколько патрончиков. Надо вперед так пройти, чтобы он не мог стрельнуть. Забираем ремкомплект, идем дальше. Так мы далеко можем пройти, в принципе, с Атласом. Уже 600 монет у нас есть. Давайте. Вот, летят уже, слышу. Ух ты, а что ж вы такие неубиваемые-то, ребята? О, у вас еще так много, целая команда на меня решила наехать. Нужен ремкомплект использовать. Подлечились. Идем дальше. Так, вот они летят. Два танка. Все, есть, готово. Уничтожили. Кстати, ребята, пишите это, комментарии, приветы передавайте, потому что мало передаете приветы. Я вам передам привет в следующем ролике. Вот, ну обязательно, конечно, подпишись на канал и поставь лайк этому видео. И напиши привет в комментариях. И я вам передам в следующем ролике привет обязательно. Те, кто писал, я вам всем передавал привет уже в предыдущих роликах очень часто, очень много, по нескольку раз. Так что, если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши комментарий привет. Ох ты, этот живой остался, успел мне, нанес сколько урона. А я бы хотел бы еще до одного босса дойти. О, сколько у нас много НЛОшек-то. Ах ты, все такие... Все хотят моей смерти, смотри, а. Будем отходить и отстреливаться. Ну что? А, мы лошадь всех сбили. Только этого танк, лазерный танк. Ехал, не мешал. Далеко я отошел, конечно, но сейчас этот... Сейчас я подойду. О, монетки соберу сейчас, нормально. Так, танк. Много танков, и мне сейчас, наверное, щелкнут. Да. Все. Уничтожили.